Где тебя носило весь день? Нам бы пригодились лишние руки. Некоторые сочкуют, пока мы тут надрываемся. Ты что, бездельника меня называешь? Вы чего по рации не отвечали? Или на телефон? Да тут дурдом был! Я первый раз за день присел. Я что-то не пойму. Вы копы под прикрытием или официанты под метом? Очнитесь! Успокойся. Ты пьян, что ли? Мубэ был здесь. Что? Мубэ? Что произошло? Я погнался за ним. Один. На этой вашей дерьмовенькой маленькой машинке. А потом... Я подъехал к перекрестку. В какую сторону он поехал? Налево или направо? На север или на юг? Вы хоть представляете, в каком раздрае я был? А? Представляете? Сложно, как с курицей. Что случилось? Я упустил его! Ты что, гордишься этим, что ли? Ни у одного тебя сегодня был тяжелый день. А я обжегся и порезался. Не для того я пошел в копы. Здесь действительно опасно. Очень больно. До сих пор рука ноет. Вместо того, чтобы вырубать преступников, я весь день рублю курицу! Когда я шел в полицию, я хотел накрывать притоны, а не столы. Выносить обвинения, а не заказы. Конец моим мечтам! 2340. Вот сколько мы сегодня заработали. Предположим, с каждого столика по $30. Так сколько столов я сегодня обслужила и вымыла? Господи, ребята, об этом я и говорю. Мы копы, а не студент-официанты. Зачем так из кожи вон лезть? Бизнес цветет, а мы чахнем! Будь проклята эта курица!